Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим об европейском пещерном пауке, или по-латински Meta mirandi. Его очень редко можно встретить, потому что они боятся света, взрослые особи, а молодые, наоборот, идут на свет. Это, наверное, эволюционная необходимость. Нужна для того, чтобы они расселялись на разные территории, а не сидели себе по пещеркам. Он ядовит, но яд не смертелен для человека. Но укус болезненный. Они расселились от севера Европы и аж до севера Африки. Способ охоты у них комбинированный. Они могут сидеть и в засадах, а могут делать лассо с одной нити и набрасывать на свою жертву. Часто они живут рядом с летучими мышами, потому что там, где летучие мыши, там их помет. А там, где помет, там очень много всяких насекомых, мокриц, многоножек и так далее. Этой живностью пауки и питаются. Эти пауки обладают светло-коричневой окраской. Они достаточно блестящие, очень красивые и необычные. Как черная вдова по внешности, но крупнее и другая краска. Ну, форма такая же. Паутина этого паука является рекордсменом по растягиваемости. Она способна растянуться в 7,5 раза, что является рекордным показателем. Для чего нужна такая прочная растягиваемая паутина этим паукам? Дело в том, что они живут в пещерах, и там есть постоянный поток, как на трассе. Летучие мыши вылетают, залетают, и они могут выбить кокон из равновесия. Поэтому пауки очень сильно прикрепляют свой кокон к стенке пещеры, и даже если летучая мышь, пролетая мимо него, дотронется до него, ничего не произойдет. А если была бы обычная паутина, то этот кокон падал бы на землю, и там его съедали бы уже всякие жужелицы, многоножки, мокрицы и так далее. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, рад каждому из вас.